Давайте по-тихому. Зашли и вышли, блядь, все нормально. Окей? По-тихому зашли, вышли. Heads up, y'all. Нам нужен портал. Ну, кстати, миссии намного сложнее сейчас стало, давай, да? Да, вообще пиздец. Так и этот ангел... Вы, кстати, не видели, что у нас за миссия? Мы должны были сами тянуть реле, типа, провода. Неплохо. Проходим. Блять, мы уже на куролесили, ебать. Чё, по-тихому, зашли-вышли. Ну да, я и это имел в виду. Федь, за тобой. Да. Да забей на него, нет? А, сука. Все, давай по-тихому, Федь. Угу. Без выебонов. Тут должен быть люк, по идее. Ебать, ты выбил уже, да, ее нахуй? Да, я уже думаю, то, что мне все равно сейчас пизда. Почему? А, стой, подожди, я тебя подхилю. Пошли наверх. Да, со мной это то, что на грехов много. Тихо-тихо-тихо, заходи, закрывай. А где ты грехи видишь, как ты определяешь это? Ну, очевидно, что я две двери выбил и спалился два раза. А спалиться это грех? Ну, типа того. Палево это ну, грех? Ну, именно когда вырубаешь, именно используешь гаджеты, типа шокером бьешь или это грех. Ну, это да. Пока по ощущениям. Ощущаю грех. Нашли вход? Пока нет. Что там происходит, что за звуки, господи? Это очень сильно везет ему. Я нашел вход. Ой, пойдете? Да, иду. У меня нихуя нет. Даже не знаю, блин, стоит ли мне вообще спускаться. Ну, ангел, это еще не за это. Не за если кто сюда будет идти, осторожно. Да я сейчас ему шею свяжу. 5 минут спустя. This place feels familiar. Нужна отмычка. Да, за тобой. Блять, он лезет за мной. Я вот этого знаю, но походу она где-то рядом, как она заспаунилась. Не представляю, как она будет меня выносить отсюда. Вперед ногами, блять, я. Ну да, МВ, но я на балках просто стою. Вот тут хуйня. Блять, не говори, что за мной. Вам нужна была отмычка, куда? Алло, да. Давай я отвлеку. Не-не-не, все в порядке, он не слышит. Вот, блять, фигура, которая охуевшая, фигура ушла. Да, она идет, блядь. Как вы открыли ящики, мной, которые по квесту? Очевиднейшим образом, чё, дальше. Блять.
снимай. Я ее в лагерь. У меня проблемы на помощь. Не надо, не иди, не надо, не надо. А то и у тебя будут проблемы. Я уже выбил этот ящик. Вот этот значок, который у вас есть, задание, там надо открыть ящик, забрать этот телефон. А, то есть наверх надо на помощь. Он вообще не может схватить помощь. Он на кого-то. А, блядь. Не знаю, насчет схватить, но... По крайней мере, наверное, тебе будет играть. Блядь, парни, я тут уже десятерых уложил. Метров надо туда попасть как-то, да. Стой, смотри, тут же лестница есть. Все в порядке. Давай зайдем, полутаем. Так, ну я залез наверх. Нихуя себе. Да-да. Техники шнобин. Да, дальше. Побрыше. Чуть-чуть. Тут наушники лежали рядом со мной. Последний. Я его не успел сделать. Это выход. Да, нам на выход же надо. Flashlight's down. Они прям наверху. Не, мне кажется, ящик в подвале будет. Да нихуя, вот они, на нас. Там... Поэтому я и сказал, мне кажется. У тебя бинтов нет случайно? Не, ну и шоколадка, на тебе шоколадку, подожди. Если что, съебывать будешь. От души спасибо. Так, надо его вытащить. И с ним уже пойдем. А наушник зачем? Да. Его нам надо спиздить, я так понимаю. Нет, разместить. Как его разместить? Заломать рубаешь, надо? Короче, врубаешь. Сейчас, подожди, я спину зайду. Лол, я их убивать могу дроном. Бать, я уже четырех убил. Подожди, подожди. Пятерых. Они спавнятся, охуеть. Убийца. Я, короче, там пропасть, я дроном... Не надо за дверь, я дроном завис над пропастью, и они типа ну, прыгают в пропасть просто. А еще дроном проебал. Подавитель надо одеть на нее. Да. Что у вас такое интересное? Жалко то, что двигаться не могу. Доставьте родителей в безопасное место. Как? Кого доставить? Я не могу носить. Я могу. Да. Thank you.
фигура ходит. Маргарет Бран, вон дури вон. Мне очень плохо, я не знаю, что от нас хочет игра. Нам надо оглушить челиков и оттащить их куда-то, но... Детонатором оглушить. Влад, Влад, мне нужна твоя помощь. Что? Вызывайте вот Бэтмена. Тебе идет? Вырубить? Я вырубил, дальше что? Сзади фигура, за мной. Да бля, полюбас фигура за мной. Написано же, что он за меня загрена, не? Я вырубил, дальше что, Егор? Надо тащить. Я не умею таскать, сам таскай. Точнее, я их вожу на землю, я их не вырубаю с концами, типа. Надо теперь их тащить. Она из грузовика вышла. Так. Куда их нести? Парни, прием. Куда нести тела? Мне нормально, да. Да! Я не понимаю, блядь, по одному, что? Так, одно есть. Нужен еще один. Егор, беги отсюда. Держи вот этого передо мной. Встает. Хорош. Ты еще одного таркаешь? Ну да. Их же сюда нести, правильно? Валим. Все, валим. А где выход? Теперь тебя ждем. Я понимаю. Снимались уже? Ай, так что это там за подлянка? Я снимаю, Федь, я снимаю. У-у-у, хорошие кадры, бежим. Ебать, тут записи меня, слышь.
Вы смотрели, там эти родители из пролога такие, типа, о, мы нашу дочку ищем, она пропала, типа, помогите нам ее найти.